Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Россия – худшая страна для автовладельцев. К такому выводу пришли специалисты одной из зарубежных компаний, проанализировавшие будни автомобилистов в 25 государствах. У нас экспертам не понравилось и качество дорог, и высокий уровень смертности в ДТП, и пробки, и сумма затрат на машину в сравнении с доходами. В тройку стран-аутсайдеров попали также Бразилия и Мексика. Трасса 101. Водителей в России снова предложили разделить на любителей и профессионалов. Тема поднимается уже не первый год. Профессионалы – это те, кто крутит баранку, чтобы заработать на жизнь. Любители – все остальные. Последних, считают авторы идеи, следует обучать по облегченной программе. Например, можно сократить технические и медицинские блоки. Будущих профи, наоборот, надо нагрузить, к примеру, за счет введения дисциплины «охрана труда». Трасса 101. В стремлении навести порядок в сфере транспорта власти добрались до квадроциклов, багги, снегоходов и другой подобной техники. Одно из ведомств подготовило список неисправностей, при наличии которых эксплуатация данных средств передвижения будет запрещена. Это, например, неработающие тормоза, люфт рулевого управления, негорящие фары и фонари, неисправная выхлопная система. В качестве мер воздействия предусмотрены эвакуация и установка блокировки. Трасса 101. Компания «Авито» составила список подержанных автомобилей, объявлений о продаже которых за последний год прибавилось больше всего. В перечень вошли «Лада Гранта», «Лада Веста», «Лада Ларгус», «Ренот Дастер» и «Фольксваген Тигуан». Их владельцы решили, видимо, воспользоваться стремительным ростом цен и максимально выгодно избавиться от движимого имущества. Подорожали упомянутые модели не одинаково. Тигуан продемонстрировал рост почти в 50%, а бэушная Веста прибавила в цене в среднем 20%. Трасса 101. Исследование британских специалистов подтвердило бытующее в России мнение о том, что на BMW ездят наглые, неуважающие других водителей индивидуумы. Только британцы сформулировали это корректно – склонные к психопатическому поведению. Суть исследования заключалась в опросе 2000 респондентов. На второе место списка потенциально неуравновешенных шоферов они поставили владельцев Audi, а на третье – Fiat. Самыми спокойными были признаны обладатели автомарки Skoda. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.